Поневежскую сцену я поцеловала, а эту еще нет. Уходя? Нет, когда приехал через 2 года. Из Уссурийска, когда я первый год поехал на Камчатку путешествовать. Скучал безумно, безумно. По Литве? Да, по друзьям, по Литве, все. Очень. Ну, в основном это по друзьям, потому что молодость. Там у тебя же еще ансамбль какой-то был. Военная романтика. Это была авиационная. Училище. А, ты армию проходил в авиационном училище? Да, училище, но меня в музводе оставили. Я сказал, артист, я уже полгода проучился. Мне сказали, что надо обязательно что-то сказать, что ты чем-то занимаешься. Тогда будет легче служба. Вот, и я сказал, что я играю на губной гармошке, и они меня оставили. По 5 концертов в неделю давали. Там аудитория была почище, чем здесь, по 2000 человек, вот такие. Это все военные? Военные. Ну, не только военные, город. И для гражданских? Для гражданских тоже. Монголии были на гастроли. Это была моя тренировка русского языка. Тут акцент ушел. В общем, армию прошел по полной программе. Армию, да. Да, благодаря армии я, наверное, в России очутился. А то бы не было у меня сил таких. Расстаться, например, с Литвой, да? Ну, нет, во-первых, не то, что расстаться, а что бы я делал с акцентом в России большим. Иозис Мальтинис, он занимался, он же... Это было при театре, да? Это студия при театре. Он занимался по речи или там только... Нет, и по речи, и все, специалисты были. То есть там как высшее учебное заведение театральное? Да, да, только мы марксизм-ленинизм не учили, поэтому нам дипломов даже не давали. И не признавали его же студии. Это нас было 18 человек, а оставляли 1-2 человека только в театре. И то это очень хорошо. Вот нас 2 оставили. Меня и девочку. Со всего курса? Да. А остальные куда хотите. Но после него все, у всех судьбы были прекрасные, потому что знали, что такое Мальтинис. Если его школу прошел, он либо в театры куда-то, либо какие-то самодеятельные коллективы, все. Кто как судьба у кого сложена. А Донатас Банионис, он был до себя. Все воспитаны, все. Все актеры, Масюлис, Банионис, Бабкаускас, это все его ученики пришли, как я, вот такие дети. Он вообще хотел, чтобы где-то с 13 лет, чтобы учились, чтобы уже вот чисто... И школа была, почему, когда здесь вот студию стали создавать, я хотел за то, чтобы был при театре. Угу. Потому что тогда человек... Он все вкусает сам уже, вот он все кулисы, как говорится, запах. А институт – это есть институт. А при театре студия, она живая. У вас, милашка, завелся приятель. Не этот ли шафраной рожей, друг, вас ублажал сегодня за обед? Вы потому велели запереть и заградить хозяином все двери. Клянусь я Богом. Ты обедал дома. И если б там остался до сих пор, ты избежал бы этого позора. Обедал дома. Дромио, что скажешь? Скажу по чести, не было того. А дверь они держали на замке? Да, клянусь, держали на замке. Жена меня ругала через дверь. Ты сама ругалась через дверь. И в бешенстве я должен был уйти. Ну, в бешенстве, то знает мои кости. Полезно это к больному потакать. Худого нет. Арестовать меня ты подучила. Напротив, тотчас деньги на залог послала с Гродовичем, прибежал. Деньги? Может, то хотели сделать вы, но я их не видал. Так не ходи, чтоб взять мешок дукатов. Не прибежал, я их отдавал. Так, да ладно, теперь я там. А мой свидетель Бог. И тот канатчик, которым послали вы меня. Сударыня, не безумны оба. Слухаю, господин, теперь я вижу. Связать их надо и держать потом. Скажи, зачем ты запирал дверь? Зачем ты врешь, что не видал червонцев? Я вел ему в дверь, не запирал. Я, сударь, их не получал. А двери заперли перед нами. Не хочу!
Мальтинис сам же был высокообразованным режиссером, да? Он, ну, он 5 языков знал. Он закончил во Франции, он закончил в Англии, он закончил в Германии. И те годы, 30-е годы, это были там тоже гениальные режиссеры, которые вошли в историю. Он учился у Шарля Дюлена. Вот. Во Франции? И, да, во Франции. В Англии, там не помню, что он жил, с Баро 2 года. Так что он прошел школу, которую, и сразу приехал и создал свой театр. И не остался в Вильнюсе, а поехал в провинцию, по невежеству. А почему? А вот он, ну, как лаборатория, чтобы заниматься, чтобы никто не мешал. Да, я. Вот, смотри, на берег тоже ждёшься министры. Да. Уже как только начинает кричать, уже, он уже идет. Да. Берин, Челюскин, подай карту. Лавринавич такой был, ну, он самодеятельность вел. Я сколько я ролей уже в школе сыграл. А ты с какого класса к нему попал? Я стал играть уже там с 3-го класса. Но потом уже, когда он появился, это где-то с 7-го класса, я вот столько, до 11-го, я каждый год играл. Когда Мельтинец увидел, говорит, так, все это забудь. Я дома у него сдавал, он сидит весь такой, один глаз. Страшный, я вот так трясся весь. Потому что, ну, он выглядел очень такой импозантно. Суровый. Ну что ж, я тебя беру. Приезжай осенью. И как, а как жить будешь, как что, мать одна ж была. Угу. Вот, и он, ну и сразу я стал работать еще и электриком. Тут же в театре, студия, они и регулировали работу, все, часы, вот, чтобы я мог учиться и работать, чтобы мог, на что жить. Это он меня обманывает, он меня убежит, он меня убежит. Так, господи, жесть, это так, Если у вас жильцы так глупы, что выезжать по вашему идиотскому приказу, то я зато не дурак. Сейчас мы переведем весь дом вверх дном, только перед трубу оглушим хозяина. Откуда это у тебя? Вот этот божий дар. Не знаю, может, от отца, потому что отец был циркач, он на проволоке ходил, раздевался, снимал пиджак, закуривал на проволоке. Все, и он любил веселить так людей, вот на праздниках, все, он такой циркач был. Может, от этого. Ну, она другая будет, это такая. Взял. Практически, наверное, из 130, ну, если не 2/3, это главные роли. Да, так получается, примерно. Главные роли, где ты тащишь весь примерно гитару так, на себе, да. Получается. Да. Ну, смотри, от природы ты всегда был таким весельчаком. Я же помню тебя, когда я пришла в театр, и ты входил в театр, но это было что-то... Входило солнце? Да, да, ну, и ты же балдел. Ты же да, балдел, ну ты что, нет. Нет, я и сейчас, естественно, было бы глупо говорить, что я сейчас не получаю удовольствия. Пока работаешь на сцене, я лучше что-то серьезное. Ты шел от комедийного... Затем шли какие-то драматические и даже комедийные роли. Мы ниже подписавшись, это вообще драматическая роль. Mm-hmm. И главная, большая очень для меня. Было тяжело, но это Валерий Яковлевич доверил же. Mm-hmm. Такую серьезную роль.
Я получил школу хорошую. И тогда вот я тут почувствовал вкус действительно драматической роли. Эти 12 лет все-таки с ним, я считаю, это были великие годы, плодотворные, все, и был еще молодой, и были силы полные, все, отдача, только мечтал побольше сыграть. Тебе что заморышь? Не надо. Два раза повторять. Спокойно, верный, спокойно. Он понятливый. Утри свои сопельки, иди доутюживать свою русалочку. Не ты первый и не ты последний. Эзопа в весах мироздания. Да. Ты же играешь там Соломона Мудрого. Соломона Мудрого, да. Вот такие две роли, они как-то так особняком стоят. Роли очень глубокого философского. Да, Эзопа я никогда не забуду. Это боль, которая в человеке за свою неудавшуюся жизнь. Это тяжело. Это и стоит сил, вот это, чтобы это пережить все. А иначе не сыграешь такую роль. Ты прекрасно знаешь, что слово «клея» означает «блаженство». Я отказываюсь от блаженства. Я стремлюсь к свободе. Сам ни за что не отпустит тебя, ни за что. Отомстишь ему. Не могу я его рад. Неужели твоя вольная душа подвластна кастовым предрассудкам? Для меня ты не прав. Но ты жена моего господина. Я замужем за человеком, который пытает. Унижает, оскорбляет тебя, ну отомсти же ему, ну обними меня. Нет, Клей, я придумал худшую месть, не любить, вот моя месть. Ты помнишь, лиса, увидев на верхушке лозы кисть винограда, захотела его достать, но не смогла. Тогда она сказала, он зеленый, и удалилась. А теперь ты представь, спелый. И сладкий виноград, который легко достать, который как будто сам напрашивает, чтобы его сорвали. Но лиса от него отказывается. Тогда он зеленеет от ненависти, зеленеет от стыда, зеленеет от того, что отвергли его аппетитную спелость. Вот моя месть. Так я мщу, пса. Я не люблю тебя. Ты прекрасная. Ты прекрасная. Ты блаженство. Ты желанная. А я тебя не люблю. Глупый, потом я уклонила бы к сам твоему, отпустил бы тебя. Ты отказываешься от свободы. От такой дотлея свобода чиста. И взять ее нужно только с чистой совести. Значит, ты предпочитаешь рабство? Да. И предпочитаешь, чтобы сам отпустил тебя когда-нибудь за твое хорошее поведение? Да. Да чем лучше и полезнее ты будешь для него, тем дольше он будет удерживать тебя в рабстве. Обычно отделывается только от ненужного. Тогда я буду полезен. Санку и не полезен клей. Значит, ты отказываешься? Отказываюсь. Человек в конфликте с обществом, с людьми, он не вписывается в наш страшный век. Но оказывается, как ни странно, и шестой век до нашей эры был то же самое. К сожалению, человек не меняется. Вот это обидно. Очень. Жизнь меняется, машины появились, все. А человек, природа человеческая остается такой, как мало. Мы меняемся. Вот это меня удивляет и поражает. И почему каждую роль интересно играть? Потому что это всегда новый человек. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Стихами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Стихами их и песнями мы каждый вздох наполним. Скажу, такую очень крамольную мысль, такую, как бы даже недостойную актера, может быть. Не знаю, чего бы я хотел сыграть. Я не хочу быть таким человеком и сказать, вот уже я все сыграл и больше не знаю. Я не так говорю, я просто
не знаю, чего бы я хотел сыграть. Что бы меня заинтересовало. Вот данный момент, вот я дома лежал тогда ли прошлым летом, и вот думай, вот чего бы ты хотел? Я не знаю. Вроде этой ролью это сказал, этой ролью это, и как бы, давайте скажем, я уже все сказал. Это глупо звучит, но так как бы получается, понимаешь? Вот ты говоришь, режиссер. А я не знаю, чего я хочу. Может, это тупик? Творческий. Да. Такое бывает, после которого да. Потом опять открывается. Чтобы я захотел, понимаешь? А ведь когда ты не хочешь, это трагедия. И просто, а просто работать и исполнять. Ну вот смотри, роль Беринга, одна из последних твоих ролей, да? Да, вот последних. Это последнее, которое удовольствие я получаю. Челюскин, карту. Карту какую? Карту империи российской вдоль моря студенного. Слушаюсь, господин командор. Лейтенант Прончищев. Я. Штурман Челюскин. Я. Лейтенант Овцин. Я. Лейтенант Лосиниус. Я. Клянемся. Исполнить последнюю волю государя. Поклянемся мы, это слово ни в каких боях, ни в каких снегах не забыть. Умер царь, но Петрова вера будет жить, и дела его будут жить. Начатое свершиться должно. Начатое свершиться должно. Есть в ней такая ответственность. И человеческая, и может, какая-то государственная. Может. Которая соответствует тебе дает... Как бы ты отвечаешь за каждое слово там сказанное, как отвечаешь и за тех людей. Это то же самое получается, как про Эзопа, когда я говорю. Ты не можешь сыграть его, просто не переживая вот то. Поэтому ты ответственен так и здесь, ты ответственен за это все, то, что ты делаешь. Это Беринг. И поэтому здесь нет такой тяжести, как Эзоп, внутренних переживаний, но а та ответственность, она есть. И ты должен поэтому сыграть так, что действительно был человек, который за это все ответил. И он понимал, что он делает. Он вершит. Ведь да, судьбу страны, может, мира. Приветствую вас в стольном Сибирском граде Тобольске! Ура! Ура! Ну, здравствуй, Янушка, здравствуй! Истосковался я по тебе. А ты как?
счастье мое! Да как видишь, жива. Ну ничего, ничего. Отдохнешь теперь вдоволь. Конечно, на перине-то. И вы, други мои соратники, здравствуйте! Здравствуйте, господин командор! А, молодцы! Ну дайте, дайте старому Берингу вас облобызать! Задушите, черти! Как добрались? Хорошо добрались. Без приключений. Хотя и не быстро, конечно. О, это мой дорогой земляк Петер. Тебе не наша Дания. Сие Россия. И версты тут особые, русские. Каждая трех европейских стоит. Привыкай. А где? Где наш главный академик? О, господин Миллер, ну как, не растрясли свои ученые мозги на русских ухабах? Да нет, с положительным, смею заметить, комфортом прибыли. О. У нас и коляски особые, и повар европейский. Исследования уже в пути начали. Хорошо, хорошо, хорошо. А тебе, лейтенант Овцы, и вовсе передохнуть не придется. Вот твой корабль уже готов. Пли! Березовый зимовать будешь. А весной, как река вскроется, будешь пробиваться морем Студонным и забив Енисей. А встреч тебе из Лена в Енисей лейтенант Прончищев пойдет. Там и свидеть свой львов даст. Ну, а мы все остальные здесь, в Тобольске, зиму перезимуем. А тем временем в Якутске капитан Шпанберг нам еще два корабля построить дал. В книге Крымовой, театральной критики, если помнишь, такая была, она давала характеристику по невежским актерам. И вот она писала там, что... что литовцы, это как национальная черта литовцев, они все делают добросовестнейшим образом. Я очень самолюбивый. Если мне потом человек скажет, о, там, сочкует, там, это так, хочет, я очень, для меня это будет убийственно, я в эту ночь не буду спать. Бумага какую-то нашел, и для него это огромнейшее событие. Да, и что? Ну пошел, а где карты? Так, да, тщеславие. Да. Если это. Ну, актер должен быть тщеславен. Иначе нельзя. Тогда зачем ты профессии этой? Ты должен быть такой. Ты должен хотеть, чтобы тебя любили. А если тебя не любили, там не будет вот отдачи. Много зависит, конечно, от главного режиссера. Ну да, и самый лучший вариант, когда режиссер еще. Тебя открывает нового, которого ты сам не знаешь. Вот это есть тогда. Интересно, когда ты сам видишь, боже, я и такой могу быть. Хотя мы же не знаем, что у нас еще спрятано. А режиссер, который великий режиссер, когда это видит, вот это режиссер, вот с таким, да, можно работать. Смотришь в европейских театрах, в Москве, в Питере, что-то экспериментирует. А немножко тупик. Самое страшное, что мир в тупике. Не только театр. Мир в тупике. Вот что самое страшное. Не зная дальше, как жить. Видишь, что творится в мире сейчас? И это люди пришли в этот тупик. Ведь каждый там мысли-то работает. Они же довели до этого тупика. Так что театр же тоже не может быть от мира отдельно. Пьес нету новых, таких, которые вот что-то взбудоражили, что-то сказали. Не зря классику в Москве 3-4 спектакля одни и те же ставят. Не знают, что делать, не знают, что ставить. Есть удачные, есть неудачные, это другое. Но одно и то же стали ставить. Все, нет новых пьес. Чтобы сказать что-то новое о человеке хотя бы, о том человеке, который в тупике. Люди сходят с ума немножко. Я так думаю. Кусь.
не нахожу. Человек, который зарабатывает 500 червонцев в месяц, может быть вулгарным. Вот черт, Бог привязался. Какая Ихина меня вспоминает, а? Какому черту я понадобился, хотелось бы знать. Да, уважаемый гузя, кто пешком по Москве таскается? Вы? Здравствуйте, месье Витязев, я не таскаюсь, а хожу. Ну что, обиделись, вот человек, ей-богу. Ну не таскаетесь, ну ходите. Вы ходите, а гусь на машине ездит. Вы в одной комнате сидите? Пардон, может быть, выражение в высшем обществе сидите неприлично? Вы так восседаете. А гусь в семи. Вы наколотите в месяц... Пардон. Наиграете на ваших фортепиано там 10 червяков, а гусь 500. Вы играете, а гусь танцует. Пардон. Да, власть это власть. Создала такие условия в жизни, при которых порядочному человеку существовать просто невозможно. Пардон, порядочному человеку при всяких условиях существовать возможно. Я вот порядочный человек, однако, существую. Я, папаша, в Москву это без штанов приехал. А вот. Какой я рад, папаша. Да не будьте вы таким недотрогой. Что за пустяки между дворянами? Простите меня, а вы действительно военист? О, мне нравится этот вопрос. Вы сами, что ли, не видите? Вот черт, да? Видите ли, ваша фамилия мне никогда не встречалась. Ну, мало что не встречалась. Известная пензенская фамилия. Эх, сеньор, если бы я вам рассказал, что я вынес от большевиков, имение разграбили, дом сожгли. Простите, а в каком уезде ваше имение? У меня? А вы это... Про которое спрашиваете? Ну, которое сожгли. А, это? Ой, не хочу я вспоминать, потому что мне тяжело. До сих пор вижу белые колонны. 7 колонн, одна красивее другой. Ах, да что говорить о племенной смут, о кирпичный завод. Мои тетки, Вова Николаевна, был превосходный конский завод. Да что там у тети, у Варвары? У меня был лично, да какой! Ну что вы приуныли, а? Приободритесь, отец. У меня тоска. Да у меня тоже. Правда, не знаю от чего. Предчувствие какое-то. В актерской профессии пока ты чувствуешь некий тупик. Но ты нашел выплеск своей энергии в преподавательской деятельности. Козловский уговорил. Подкупил то, что я сам смогу набрать, что это будет чисто мое, что никто не будет вмешиваться. Это для меня, конечно, это вот когда на тех условиях никто из наших, никто так не работал. Это был единственный курс. Полная свобода. Это, считай, все мои, точно мои ученики. А одна из составляющих профессии актерской – это гастроли. Чего сейчас нет. Молодежь, она почти не знает больших гастролей. Не почти, а вообще их не было. Это ритм совсем другой жизни театра. Это не просто так, чтобы хорошо пожить, да? Это интересно другую публику проверить. Минск, Бобруйск, Камчатка, Магадан, Хабаровск. Актер же такая профессия, что надоедает в одном вот в этом жить, вариться. А тут ритм меняется всегда. И тогда интересно, интересная жизнь. А когда тебе интересная жизнь, тебе хочется иначе и роли новые. Ты больше есть внутренней силы. Ой, кирпичи долбаные, теперь неделю буквой Г жить. А чё это голый-то у тебя? У меня? Это вот мой согнутый стоит, а это твой костыля не сверкает. Чё? Совсем совесть потерял? Чё? Тебе уже и соседки мало? Чего? Удовлетворяет никто.
кирпичи тут сейчас чесал, вы в курсе? Вы только меня в это дело не приплетайте. У нее мужики чужие ползайте, без штанов гуляйте, не приплетайте. А? Где место твое? Да вот он, вниз-то. Одевай, Санька, штаны, а то застудишь брякалки свои, а мне на кого? Тут Колька с кирпичами. А, бабы, сейчас кончусь. Сейчас кончусь, бабы. Лидочка, да, там ты помассажируй как-нибудь. Пощипай так спину, пощипай там. А где Саня? Ты? Ну? Кто? Да ты штаны-то где порвал? Как получилось? Кирпичи где? Во! Какие кирпичи? Чё? Чё ты на кого ты сваливаешь? Чё это я на тебя сваливаю-то? Ну ты! Ты что, обещался с Лидией жить? А? Обещался, сам маневр устроил. По чужим дворам без штанов шляешься. Всю нашу улицу позоришь. Да я, да он, да, да я в огороде сидел, вот тут, тут сидел. Тут. Чё ты растутокался? Да. Что ты растутокал? И хлебный у него 7 утра. Ну, да. Как там 9 на самом деле? Ты куда 2 часа? Ходил, где спрятался каждый день? Он чё? Лид, он чё? Да ты чё? Да он-то чё? А вот где твоё? Чё? Так ты чё? И не пыхти, не пыхти! Лучше жёнам своим прямо в глаза смотри! Шкодить умеешь? Умей ответ держать! Но, Лида, ты видишь, на кого ты меня променяла? А ты чё-то вдруг выпрямился? Потому что... Наглость человеческая меня из себя выводит. Выкручивает все. Вот сейчас так выкрутила вот. Теперь согнуться не могу. Как ты считаешь, что является составляющим успеха режиссера Валерия Яковлевича Килипея? Он сделал коллектив. Сейчас мы врозь слепить коллектив, может, только режиссер, который заряжает. А он умел заряжать. И плюс, надо поверить в него. И мы все поверили, потому что у него что ни спектакль была удача, отчего и гастроли такие удачные везде были. Хотя он тоже приглашал же режиссера. Но он знал, кого пригласить. А это самое главное. И плюс еще и талант. Когда даже другие режиссеры там ставили, что-то не знает, как дальше. Он приходил, менял 2-3 мизансцены, чуть-чуть. Ожила пьеса, заиграла все. У него были 2 составляющие у Келли. Он был и постановщиком, и с актерами, как он работал. По невежести был, он знал театр. Все, и почему у нас как бы такая вот сразу контакт. Понимание пришло. Когда человек уходит из жизни, как дальше была бы его судьба, мы не знаем, но эти 12 лет для театра очень удачные. А как ты относишься к работам Андрея Исаевича Борисова? Вот его такие спектакли, полотна, патриотические, философские. Стихия его, пустая сцена, и он пустит весь коллектив, и все. И он в этой стихии купается. Это вот такой режиссер-постановщик. 3 разговора тоже это было странное сочетание. И чисто актерского театра. И вот эта последняя картина, это, где весь коллектив, где его, вот, его как постановщик. Но зато он там и разошелся. А вот актерские были, конечно, хотя пьеса тяжелая. Это как бы не его. Вот он там сразу начинает плавать. Вот. Вот когда повез в Москву нас, в это созвездие, ну, хотя сам сомневался тоже, все, но все равно его захлестывает, и он нам заряжает. Как ты считаешь, он что-то принес в репертуарную политику? Да, без сомнения. Вот все спектакли его вот так перечислили, целое его, это отдельное направление, отдельное и отдельное существование даже русского театра. Жене, передайте, что не мучился я.
все-таки я его прошел. Вот он, пролив. Свершилось!